Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и в сегодняшнем видео мы обсудим с вами грядущий клановый ивент. Скорее всего, почему скорее всего, потому что 100% проверенной информации у меня нет, не хочу голословить, но ходят слухи по поводу того, что какая-то неделя-две отделяют нас от кланового ивента, который состоится уже в сентябре. Что можно будет себе забрать? Можно будет забрать себе 50 ТП прототип, одна из машин, которая уже была в клановых ивентах, и можно будет попробовать забрать себе Waffling Dragon Ritter, который есть у меня в коллекции, благодаря моим соклановцам. Всем передаю привет и огромную благодарность за их труды и усилия в прошлом клановом ивенте. Надеюсь на вас и в этот раз. Так вот, ребят, для того, чтобы забрать себе ТП, вам необходимо будет играть и выполнять клановые боевые задачи, но не просто самостоятельно, чтобы ваш клан тоже был успешным. Таким образом, ребят, вы будете собирать игровую валюту, которую впоследствии обменяете на 50 ТП прототип. Что касается Waffling Dragon Ritter, то здесь ситуация немножко сложнее. Скорее всего, будет какой-то топ-10 или топ-20 кланов на сервере по результативности, и именно эти кланы заберут себе Ritter. Так или иначе, я думаю, что за 50 ТП прототип можно и попотеть. Что для этого необходимо? Готовиться уже сегодня. Вы должны быть в клане, который успешен, который выполняет клановые боевые задачи и который как минимум является дружным. Вот мой клан является дружным, поэтому если вдруг у вас есть какая-то проблема со вступлением в клан или условия в вашем клане вас не устраивают, вы всегда можете отправить заявку к нам, вводите в поиск вот GSN, то что вы видите сейчас на экранах, отправляйте заявку в клан, в ответ получите через чат игры клановые правила, согласитесь соблюдать эти правила и добро пожаловать. Нас не интересует ваша статистика, не интересует количество ваших боев, ну, в пределах разумного. Ну и, соответственно, ребят, у нас ценится доброе, хорошее, теплое отношение друг к другу и с уважением отношение друг к другу, нежели какие-то проценты по победам. Поэтому, друзья, мы всем будем рады. Главное, чтобы вы были результативным игроком, как минимум в пределах кланового ивента. Всем удачных поисков кланов, всем борьбы за призы, ну и, соответственно, когда клановый ивент начнется, я обязательно сделаю на него обзор. Для того, чтобы не пропустить его, подписывайтесь на канал прямо сейчас, жмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить выход этого видео. Всегда жду вас в гости, снимаю специально для вас, подписывайтесь прямо сейчас. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!